Всем привет! С вами Барашек Шон, и вы на моем YouTube-канале. И сегодня я хочу рассказать вам о своей жизни. Она не всегда была такой хорошей, как сегодня. Было разное. Много трудностей. Проблемы просто ходили за мной по пятам. Однажды меня даже хотели принести в жертву. Даже страшно вспоминать. Long time ago, where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Cotton Eye Joe.
Только не я! Только не я! Я много раз задавал себе вопрос: почему? Почему это происходит именно со мной? И я нашел ответ. Древние времена до сотворения земли Господь Бог решил сотворить совершенное творение человека. Создадим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествует он над всеми рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Господь Бог поселил человека в Эдемском саду, чтобы он возделывал сад, заботился о нем, охранял. Каждый день Бог в прохладе дня общался с человеком. В Эдем Бог послал ангелов служить людям. Среди них был и Люцифер. Люцифер, помазанный херувим, гордый и надменный, мечтает быть подобным Богу. В его сердце зародилась зависть к тому, что получил от Бога человек. Он не понимал до конца, как и многие ангелы, почему человеку была дана такая безграничная власть над землей и всем, что ее наполняет. Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человека, что ты посещаешь его? Ты унизил его незначительно перед Богом, славой и честью ты увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Ты все подчинил под ноги его. Обращаясь к людям, Бог сказал: «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, небо Господу, а землю я дал вам, сынам человеческим». Люцифер захотел такой же власти, какая была у человека, и он придумал план, как ее заполучить. В саду было много деревьев. Там были также дерево жизни и дерево познания добра и зла. И от последнего Адаму было запрещено есть, а если вкусит от него, умрет в тот же день. Люцифер воспользовался этим запретом, чтобы отобрать власть у человека. Вот что я сделаю. Он принял образ змея, разместился на дереве познания добра и зла и обратился к Еве.
правду ли сказал Бог? Люди вкусили от запретного плода и нарушили повеление Бога. Они потеряли силу и власть, которая была дана им Богом. Смерть, грех и проклятие вошли в человека и распространились по всей земле. Люцифер же стал называться сатаной, так как пошел против самого Бога. Богу пришлось выселить людей из сада, чтобы они не смогли съесть плодов от другого дерева, растущего в саду. Дерево жизни, вкусив от которого они навечно бы остались в плену сатаны и греха, что нельзя было допустить. У Бога был план, и он состоял в том, что на землю должен прийти второй Адам и все исправить. Его должны принести в жертву, как ягненка, чтобы его кровь искупила всех из рабства. На землю должен был прийти сам Бог в человеческом теле. В ожидании прихода Спасителя людям дано было повеление приносить в жертву животных, как знак того, что однажды в будущем им будет дан непорочный ягненок, который раз и навсегда искупит их. Реки Иордан примерно 2000 лет назад. Вот ягненок Божий, который берет на себя грех мира. Дух Владыки Господа на мне, потому что Он помазал меня возвещать бедным радостную весть. Он послал меня провозглашать свободу пленникам, прозрение слепым, освободить угнетенных, возвещать год Господней милости. Иисус, Сын Божий, пришел на землю в человеческом теле, чтобы выкупить людей из рабства. Он по природе Бог, но не держался за равенство с Богом, а наоборот, унизил себя, принял природу раба. Он стал подобный людям. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Встань и ходи!
будь исцелен. Осанна, сыну Давида! Но прошло совсем немного времени, и те же самые люди кричали: «Распни его! Распни!» А он был изранен за наши грехи, сокрушаем за наши беззакония. Он понес наказание, чтобы мы получили мир, и ранами его мы исцелились. Все мы, как овцы, сбились с пути, каждый из нас пошел своей дорогой, но на него Господь возложил все грехи наши. Он был гнетаем и мучим, но уст своих не открывал. Как ягненок он был веден на заклане, и как овца молчал перед стригущим. За преступление народа претерпел казнь. Грех, смерть, проклятие, болезнь, осуждение. Свершилось! Иисус должен был много пострадать, умереть и на третий день воскреснуть. Что вы ищете живого среди мертвых? Его здесь нет. Он воскрес. Явившись живым своим ученикам, сказал: «Мне дана вся власть на небе и на земле. Идите ко всем народам и сделайте их моими учениками,
Крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И учите исполнять все, что я повелел вам. А я буду с вами до скончания века. После Иисус вознесся на небо и воссел одесную Отца. А они пошли и возвещали радостную весть о Спасителе всем людям, попирая всякую ложь сатаны, истиной освобождая и исцеляя людей. Так Иисус исполнил план спасения Отца. Он искупил человека и землю от рабства сатаны. Владычество было восстановлено. Больше не жертва. Иисус стал жертвой вместо меня. Отцепись. Вот так я освободился. Ой, сори. Так освободил меня Иисус и весь мой род от этого страшного проклятия. Иисус стал тем пасхальным агнцем, которого принесли в жертву вместо меня. Теперь я больше не жертва. Вот так. Если ты тоже устал быть жертвой в этой жизни, я могу тебе помочь. Библия говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Только Бог может помочь тебе. Закрой свои глаза и повторяй за мной. Отец, спасибо, что ты не оставил все как есть. Ты все исправил. Иисус Христос, Сын Божий, я принимаю то, что ты сделал для меня. Спасибо, что ты стал жертвой вместо меня, чтобы я в этой жизни не был жертвой. Спасибо за искупление. Я раскаиваюсь в своих грехах и прошу тебя, будь моим Господом и Спасителем. И дай мне жизнь здесь, на земле и в вечности. С вами был Барашек Шон. Поделитесь этой хорошей новостью о искуплении из рабства. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Пока! Ну что, подпишемся на канал Барашку Шону? Ну, я хочу сказать, что на этом наш праздник еще не закончился, поэтому оставайся на своем месте. И хотела тебе сказать, что наша команда Emmanuel Kids делает онлайн такие уроки и занятия для тебя. Возможно, для твоих родителей. Ты можешь подписываться на наш YouTube-канал, который так и называется Emmanuel Kids. И ты, кто запомнил, как называется? Emmanuel Kids, да. Там ты можешь найти веселые наши разминки, там ты можешь найти выступление, может быть, что-то показать, даже эту постановку переслать кому-то и показать своим друзьям, и рассказать эту пасхальную историю Барашка Шона. Ну и напоследок я хотела бы тебя пригласить вместе с нами
отпраздновать этот праздник, воскресение Иисуса Христа, вот такой песней и танцем. Можно будет подпевать, можно делать движение, попробовать за мной повторять руками. Ну а если у тебя есть возможность встать на ножки и танцевать, можно даже вот здесь, в проходах, то можно это сделать, если ты это любишь делать. Вы готовы? Ну что, мне поможет Таня. Так, еще у меня есть Лера, помощница. И у нас будут такие движения. Посмотри, мы как бы вот так будем делать. Вот так. Ну и еще много других движений. Готовы? Я тоже. Я верю, что сегодня Иисус стал твоим другом. Поэтому давай вместе прославим Его. Каждое движение в тебе ты дал силу, Иисус. Каждое дыхание в тебе, я делаю с тобой, ты лишь путь мой, Иисус. Каждое дыхание в тебе. Каждое движение в тебе ты дал силу, Иисус. Каждое дыхание в тебе. Каждый шаг я делаю. Ты лишь путь мой, Иисус. Каждое дыхание в тебе. Удался. У меня прекрасная новость. Кто меня слышит, руки вверх. У нас открывается для всех новых гостей, для всех новых гостей и мам, и пап, но особенно детей, клуб, библейский клуб по субботам. Он будет проходить на территории церкви каждую субботу в 11:00, где ты в веселой форме узнаешь про то, что делал Иисус, для чего Он пришел, и как с Ним вообще подружиться, и как твоя жизнь может измениться в лучшую сторону, правда? Ну что, мамы, папы, мы приглашаем вас с вашими детьми. Я думаю, что чашечка чая найдется для вас. Но у нас есть для вас еще сюрприз.